В Дагестане проверили качество пищевой продукции, поставляемой в социальные учреждения. По словам вице-премьера Муслима Тилякалова, основная проблема при организации питания – это несоответствие нормативным требованиям и слабая оснащенность пищеблоков. Так проверили 25 объектов, в результате чего обнаружено 203 товарных партии, из которых только 103 – это дагестанская продукция. Ответственным органам дано поручение составить список местных производителей, которые смогут поставлять свой товар в учреждения.